Всем привет, Маш, скажи привет. Всем привет. Да, ребят, я забрала Машу. Маша ест мороженое. Мы зашли в KFC, взяли вот что. Ребенок хотел в KFC, мы попали в KFC. Да, Маша, вкусная мороженка. Приятного аппетита. Всем, кто с нами, всем желаем приятного аппетита. Все, да, Маша, домой едем. Подарочки там купили. Ну, еще наверху подарочки, да, Маша? Все, будем ехать домой. Все, ребят, мы приехали домой. Время сейчас 56 минут первого. Мы приехали где-то половину первого. Уже переоделись, как вы видите. И ложимся спать. Ничего не снимали. Уставшие очень, но с ребенком сходили в KFC. Ребенок остался доволен. А все остальное расскажем попозже. Если интересно, оставайтесь с нами. И спасибо большое всем за поддержку, что остаетесь с нами, что поддерживаете и просматриваете наше видео. Ребят, всем добрый день. Это другой день. Смотрите, какой у нас дождик. У нас все затапливает. А мне скоро в садик идти. Не представляете, какой ливень у нас на улице вообще. Ну, радует, хоть огород польет. Напишите, какая у вас погода. Вчера дождя не было, а сегодня вот такой вот весь день дождик льет. Одуреть. Сверкает, громыхает. Слышите, слышите? Вот такая вот у нас погода. Одуреть не встать. Мы диван перетянули, видите? Теперь он не намокает, вода, если собирается, то она потом стекает легко. Вот такая вот у нас погода. Тут лужи, просто лужи. Я не представляю, как я в садик пойду в такую погоду. Одуреть. Пишите обязательно, какая у вас погода. Дождик прошел, лужи ушли. Ну, а мы с вами идем в садик за Ваней и Мариной. И сегодня будем показывать, какие подарочки мы с Машей... Ну, якобы с Машей мы купили в Перми, хотя это я заранее все готовила, чтобы где-то смотрела, искала, находила, брала. И вот заранее. Вот такая вот, кстати, у нас картошка. Нас спрашивали, как картошка. Вот нынче как-то невероятно картошка стоит хорошо. Так что вот такие вот дела. Там курочки. Ладно, идем в садик, а то сейчас опоздаю на автобус. Дорогие друзья, пришли мы с садика. Зашла в магазин, сразу купила фруктов. Да что? Сейчас все покажу, расскажу. Сейчас только кофту уберу, а то жарко дома очень сильно. Так, все, начинаем смотреть, что купила. Взяла орешек чуть-чуть. Да, на свои сделать. Завтра съезжу в город, куплю сгущенку, сделаем свои орешки. Взяла вот такое вот мяско. Кусочек. Килограмм сахара. У нас просто дома сахар закончился. И вот такое вот мяско еще взяла. Окорок. Дальше здесь у меня две белого. И одна черная. Ой, сейчас. Не успевает. Так, у Вани с Мариной яблоки ихнины. Это в садике им давали такие яблочки. Ваня, Марина, забирайте все яблочки. Убери, пожалуйста, пакет. Дальше заходила в овощной магазин. Хотела взять огурцы, но огурцы там плохие, поэтому брать не стала. В целом, что взяла? Абрикосы по 120 рублей за килограмм. Взяла килограммчик. Нектарины. Разные сорта тоже по 120 рублей за килограмм. Каждая взяла по килограмму. Дальше взяла яблоки на компоты. Вот эти вот, это вот соединенные яблоки по 65 или по 75 рублей. Короче, пакетик взяла. Хочу нарезать, и потом будут на компоты в морозилке лежать. Ну и килограмм. Ну или чуть больше килограмма, не знаю. Помидоров взяла. Все, вот такие вот все покупки. Сейчас мы с вами пойдем распаковывать подарочки, которые мы привезли с Машей из Перми. Если интересно, оставайтесь с нами. Пойдемте посмотрим, что же мы ребяткам взяли. А здороваться я буду? Да, всем привет. Да, всем привет. Ну, со мной вы виделись. Ну, давайте сначала первое, что я покажу, это сладости.
Мы взяли пельми вот такие вот на подарок деткам. Это кексики, там видно, Катя, в камере? Начинка вареная сгущенка. Минимум такие вкусняшки. Так, это потом, попозже. Дальше мы взяли вот такие вот пироженки. Дети у нас их любят. Тут 8 штук, как раз по количеству детишек. Дальше на пробу взяли вот такую вот штучку, хотя она уже такая была, по-моему, когда-то. Она там дешевая была. Да, она дешевая была, и Маша решила взять ее. Дальше вот такую же вот печеньки. Трио. Это не Орео, это трио наподобие Орео. Шоколадные брауни написано. Дальше. Чупа-чупсы у детей любимые, только это не чупа-чупс фирма, а вот такие вот какие-то ассорти, мы такие ни разу не брали, решили попробовать, посмотреть, вкусные или нет. Это мы все в фикс-прайсе. А нет, вот это вот мы в магните брали. Пятерочка. Магнит. Магнит. Дальше. Наши излюбленные конфетки пчелка, всегда их покупаем. И шоколадка, кокос, вафли. Да, растаяла, положи в холодильник, замерзнет, потом ребятишкам дадим. У Маши с больницы остались всякие печенюшки. Это вот такие вот, как сухарики. Такие печеньки остались. Там видно в камеру? Я же не вижу. Потом рыбки остались, это мы привезли. Это все у Маши, она там плохо ела, вообще плохо. Почти ничего не съела. Так, чуть-чуть. И вот такие вот мини-сушки тоже у нее остались в больнице. Дальше. Как вы все знаете, мы ходили в KFC. И с KFC у Маши еще остались два вот таких вот сырных соуса. Так, но это еще не все. Помимо этого есть подарочки. Но я сейчас как сделаю? Я сейчас все там перемешаю. И кто что достанет, тот и получит. Вот такой вот мешочек с подарочками. И давайте Ваня руку засовывает и не подглядывает. Руку туда засовывай. Что-то одно бери. Что там показывай? Такая кися, да? Угу. Дальше. Марина. Деткам так интересно будет доставать. Что это? Это Ваня, ты достала раскраску. Дальше Оксана. Пенал себе достала. Там в пенале ничего, по-моему, нету. Нет. Да, вот такой вот пенал. Давай покажем. Вот такой вот металлический пенал. Подожди, Ваня. Все, я Ваня. И вот такой вот. Сейчас Маша. Она себе тоже подарки делала так же. Киси-миси Марине. Это киси-миси для Марины. А нет, Оксане. А нет, Оксане. Катя, у тебя тоже есть. Иди доставай сюда. Я не могу. Иди сюда. Спустись. Да я не могу. Ну, да я бы... спустись. Давай. Иди доставай. Это утя для... Марины. Держи, Марина. Ой, Маша, подними, пожалуйста. Да, утя тебе. Ты хотела утю. Так, Ваня. Такая же, как у Кати. Ковыряйся там, ищи, ищи. Там много всего. Коробочку пустую. Ну что, давай покажем кое. Эти коробочки просто мне для бисера. Или для них что-нибудь туда складывать. Это утя. Давай. Прописи, да, Марина все у нас спросила. Прописи, Маш. И вот такие вот прописи она получила. Дальше Оксана. Им так интереснее, чем просто им дать. О, это у нас для Вани. Давай покажем, что это. Это вот такой конструктор Лего. Они любят такие конструкторы, вот как вы видели, у нас их много. Держи, Ванюша. Маша. Хаги-ваги. Хаги-ваги для Вани опять. Катя? Мама, я не хочу. Катя не хочет. Мама. Ваня? Мама. Ваня две достал. Ну, один давай отдадим Кате. Это вот такие вот браслет Инстаграм. Катя, держи, ты красивая. И коробочка, да, розовенькая. Марина, так ты ищи там. Ваня две достал, вот вообще нечестно. Марина, опять прописи себе, давай покажу. Вот такие вот прописи Марине, тут уже буквы. Первые цифры были, а здесь уже буквы.
У Марины хоть и много прописей, но она их любит. Да. Мне лучше такая же, как у Кати. Угу. Так, фигурку достала. Посмотрите, там видно в камеру? Угу. Вот такого медведя. Угу. Дальше. Показывай на камеру. Полицейский Ваня. Да, Ваня полицейский. Ваня теперь достает. Раскраска для Марины. Марина. А тебе тоже много. Сейчас, подожди немножко. Пенал Марина достала. Еще один пенал. Это мы в Перми нашли по 50 рублей. Вот такие вот два пенала. И мы сразу их забрали. Так, Оксана. Да нет, кому-то потом отдашь, если захочешь. Маша хотела один пенал себе взять. Браслеты. Там что у тебя написано? Лайк. Маша. Ну, тут ребята очень много. Пакетик для Марины, наверное, да? Пианино. Пианино, да, вот такое. Дальше. Дети довольны и рады, что там много игрушек. Ваня опять две игрушки достал. Давайте покажу, какие. Три аж достал. Ваня, так нечестно. Вот такого зайчика. Показывай. Давай сюда мне. Давай сюда. Вот такой вот браслет ТикТок и поросенок. Ну, ТикТок Маша, а поросенок Ваня. Марина? Там много всего. Кубик, давай покажи какой. Вот такой большой кубик им для игр. Ну, потом с Мариной будете играть вместе ведь. Подожди. Опять браслет. Но это Свете у нас будет Инстаграм браслетик. Свете тоже надо. Давай. Сейчас подождите, там еще много, Ваня. Ой, я выбирала. Да, вот такой вот брелок Маша выбирала. Ваня, нажмите на паузу. Ваня, вот так. Приносим извинения. Дальше. По одной. Давай я покажу, какая. Это какая-то птичка такая. Ворона, да? Дальше. Ой, коробочка Марине досталась. Она как раз хотела коробочку. Такая же, как у Вани. Да, такая же, как у Вани. Ну-ка. Давай покажем. Это брелок такой, сердечко. Маша. Линейка-браслет. Линейка-браслет. Ваня. Ого! Дай покажу, какое смешное. Смотрите, какое, ребята, вот такое вот. Это как называется? Не видно. Не видно? Видно так? Да. Собачка такая, короче говоря. Давай, Марина, дальше. Видишь, Ваня, ты, там еще много игрушек, поэтому нечего. Опять баночка Марине, только другой рисунок вин. Да. Потом поближе все игрушки вам покажем. Машинка для Вани. Маша. А, это печать, да, такая. Покажи на камеру. Яблоко можно. Подожди. Да, дальше Ваня. Там на столе это Марине нас садит. А там в пакете баночка третья уже. Давай. Следующие. Брелок. Давай покажем, какой брелок. Вот такой вот, ребята, брелочек. Да. А, она подглядывает уже. Видишь, ты какая хитрая, нельзя подглядывать. Давай, тащи. Это какая-то наклейка, вот так вот у нас переворачивается. Маша, это можно куда-то наклеить. Брелок показывай, собачка. Какой. Собачка. Ваня, там еще много подарочков. О, тоже наклейка такая же, как у Оксаны. Там какая? Так, Марина себе вытянула вот такого утю. Там видно вообще? Нет, я же не вижу, что я снимаю. Операторы, это что такое?
Так, Маша, подними, пожалуйста. Какие у меня? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. У тебя, да. Мышка для наших кошек. Это инерционная мышка. Мы потом будем с кошками играть. Маша, давай. Показывай. Да. Такая. Ваня. Все игрушки потом вам, ребята, покажу. Давай покажем бычка поблизости. Вот такая вот штучка. Марина. Ну, бери одну. Да там много всего. Давай покажем. Это вот такой вот какой-то тигренок. Оксана. Флешмоб такой получился с игрушками, распаковок игрушек. Из кунг-фу-банда. Да, из кунг-фу. А, браслет. Вот один лайк. Держи, Ванюшка, а то Ванька плакал. У тебя есть же один браслет? Сейчас, подожди, раз достанем, там всем по браслету. Баночка. Я сахар килограмм взяла. Какая? Ваня? А? Что там Ваня достал? Два штуки браслет, это давай покажу. Это браслет-линейка. Вот такой вот. Безраненскому. И Утя. Браслетов два только, поэтому не нервничать. Давай, Марина. Браслет для девочек, Ваня. Неправильно заворачиваешь. Неправильно заворачиваешь. Собачка такой читающий. Оксана. Еще один браслет. Ну положи сюда, кто-то еще не брал. Маша. Показывай, хрюшка. Давай, Ваня, там еще игрушек много. Не. Давай покажем, кого там. Хрюшка с мячиком. Давай, Марина. Ну, давай быстрее. Доставай, доставай. Чем быстрее, тем лучше. Ну, давай быстрее. Солдатика для Вани. Оксана. Блин. Это что? Это какое-то животное, не знаю, из мультика сказали тоже дети. Зайчик. Ваня? Кто там у тебя? Шрек! Брелок, Шрек такой вот. Марина? Ну давай быстрее, бери. Скрипыш. Скрипыш, да. Порванный. Да, порванный немножко, ничего страшного. Ну давай быстрее, Оксан, ну не думай, видео уже тянется. Ой, еще один брелок Шрек. На, у Вани Шрек еще один. Так, а, Маша. Ну давай быстрее. Уточка из мультика, Ваня. Убирай кису, убирай. Надо тебе. О, ворона еще одна, только немножко другая. Повар тоже ворона. Там осталось только две. Ну, давай одну ты, одну, Оксана. Шрек. И птичка. Все, ребят, вот такие вот подарочки. Сейчас я вам поближе все их покажу. Вот такие вот, ребята, короче говоря, игрушки. Утя, которую Марина мечтала. Шрек, которого Ваня хотел. Ну, он, конечно, хотел большого, но большого не... Фу, Шрек, говорю, хаги-ваги, то есть, да. Киси-миси, плюс два пенала вот такие вот. Ну, вот это вот мы с Перми точно привезли. По 50 рублей мы нашли. Их взяли детям в школу как раз на вот прописи. Мелкие игрушки такие разные. Видите, вот их тут целые кучи таких. А это с прошлогодние. Ну, вот факт то, что вот такие подарочки. Вы довольны? Да. Ваня недоволен никогда у нас. Да. Поэтому всем желаем хорошего настроения. И всем говорим пока-пока.